Правительство Чувашии рассмотрело и одобрило второе уточнение республиканского бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года. С учетом поправок доходная часть республиканского бюджета увеличивается на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Расходы консолидированного бюджета в 2018 году с учетом текущего уточнения составляют более 57 миллиардов рублей. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что существенно увеличивается финансовая помощь муниципальным образованиям. Межбюджетные трансферты составят более 19 миллиардов рублей, что на 18% больше уровня 2017 года. Мы вот когда ездили по муниципальным образованиям, когда подводили итоги социально-экономического развития Чувашской республики, мы озвучили расчетные цифры. По факту мы отработали с федеральными министерствами, отдельные решения через правительство Российской Федерации проходят, и практически у нас снижений нет по факту с ростом на 17,1%. Касаясь отношения с муниципальными образованиями, хочу отметить, что финансовая помощь муниципальным образованиям оказывается в этом году на сумму 19,2 миллиарда рублей. Это с ростом на 18,7% к уровню 2017 года. Кроме этого, 930 миллионов направят на сферу здравоохранения. При этом с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования расходы бюджета увеличиваются на здравоохранение на 2,8 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем факт 2017 года. С учетом территориального фонда обязательного медицинского страхования расходы на здравоохранение в целом составят 18,2 миллиарда рублей. Достаточно серьезная сумма увеличивается на 547 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и на приобретение оборудования. Также в рамках принятого уже приоритетного проекта – это охрана репродуктивного здоровья мужчин и активно-социальное долголетие в Чувашской республике – на реализацию данного проекта выделяется 46 миллионов рублей. Наибольшее же увеличение государственной поддержки предусматривается в сфере образования. Рост составит 1,5 миллиарда рублей. Более 320 миллионов рублей планируется направить на повышение зарплаты работников образования. В области физической культуры и спорта дополнительно выделяются 90 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт ряда спортивных учреждений. 45 миллионов рублей закладывается в бюджет на приобретение лесопожарной техники. Каждый бюджетный рубль должен использоваться эффективно. Каждый бюджетный рубль должен быть направлен на повышение качества жизни населения и на улучшение социального самочувствия и выполнение наших взятых обязательств. Таким образом, с учетом вносимых изменений, параметры республиканского бюджета Чувашии на 2018 год составят по доходам более 47 миллиардов рублей, по расходам почти 49 миллиардов рублей.